Ну, а нам осталось выбрать победителя нашего фотомарафона. Напоминаю тему «Ненужная вещь в доме». Мы покажем еще несколько фотографий, которые пришли. Очень много фотографий. Мы понимаем, что у вас накопилось, наверное, ненужных вещей очень много. Но победитель есть. Победительница даже. Сейчас мы долистаем до фотографии победительницы. Самая вот бесполезная вещь в доме, на ее взгляд. Свадебное платье, свадебные туфли и даже свадебный букет, можно сказать. Собачка это просто в качестве декорации побеждает Лаурита Хаврулина. Вот да, знаете, вот, как говорится, что значит порядочная женщина? Вышла замуж, и платье не выбросила. Но, тем не менее, оно ж какое-то время вот до сих пор дома. Хоть оно и ненужная вещь, но все равно на всякий случай порядочная женщина держит свадебное... На всякий случай. Оно, конечно, не нужно. Готовым, выглаженным. Мало ли.